мы рассматриваем любые посягательства Европейского Союза и кого бы то ни было на российские активы как незаконные, нарушающие базовые принципы международного права. Речь идет об очередной попытке легитимизации воровства на государственном уровне. Весь мир наблюдает, как ради продления существования киевского режима, а это англосаксонский проект, западники разрушают ими же созданную международную валютно-финансовую систему. Арсенал же ответных политических и экономических мер в отношении недружественных стран, как вы тоже знаете, у нас имеется. Российская сторона категорически отвергает такое решение и предпринят все необходимые меры для безусловной защиты своих национальных интересов, включая судебные иски. Можно даже не сомневаться, что в Европейском Союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий.